Привет, ребятки. Земля на поводе. Сегодня у нас вот такая вот погодка. На сегодня передают красный уровень. Снизили, вчера были на оранжевый, потом опять подняли на красный. В общем, пока ночью, конечно, ливня не было. Но очень жарко. Очень жарко было последнюю неделю. Это, естественно, спровоцирует то, что пойдут ливни. Генуя это торба называется. Мы с ливнями не дружим. Плюс у нас еще, вы сами понимаете, завалы старого моста. Не знаю, насколько их разобрали, дороги пока не пооткрывали, все обещают. Ой, синдикалисты, кто нам только что не обещает, ребята. Мы продолжаем ходить пешком, живем, работаем как можем. Так что все нормально. Сегодня Мишка с отпуска должна была выйти. Сейчас приду, посмотрю, есть нет. Стефания ушла в отпуск. Бориса в работе нет. Позавчера, во вторник, у вас чуть-чуть видео выходят с опозданием, вы уже прощаете. Не всегда могу снять, выставить. Такая жизнь собачья. Бегаем, крутимся. Вот. Так что во вторник, вижу, Сильвию вечером пишет на нашу группу сообщение. Говорит, ребята, Борисе, вы сегодня, говорит, побили рекорд за все то время, что мы работаем. Сделали минимальную прибыль. В общем, сразу же мне позвонил. Лиля ставит в строй. Я говорю, Сильвия, как? Ты должна командовать, ты не должна работать. Я говорю, ага, и кого я поставлю на кухню работать? Ну, в общем, объяснила пару человечкам, что надо делать. Поймут, не поймут, буду дома сидеть. Вместо того, чтобы свои часы отсиживать на работе, буду их отсиживать дома и ничего за это не зарабатывать. Так что так вот живем. Но это, конечно, не настолько их вина, что они не хотят работать. Это еще вина того, что нет этого моста. Нет прямого сообщения с портом. Пробки на дорогах. Но почему-то в ресторан к нам люди ходят, конечно. Люди ходят, мы уже поднялись, мы по сравнению с летом, но мы на осень всегда начинаем работать больше. И будем надеяться, что еще будем больше работать. Но надо, чтобы баристы просто подключались к нам и помогали нам сделать в два раза больше. Вот это вот, чего я хочу добиться. Ну, посмотрим, получится, не получится. Как они нам навстречу пойдут. Что, знаете, на каждой работе каждый хочет отработать свои часы, получить свою зарплату. А так не бывает. Чтобы их отработать, надо их заработать. Иду, на меня капает. Ничего страшного, на вас тоже капает. Так что бежим на работу. Тортики мои начали нравиться людям. Ребята, сделала такую шарлотку шоколадную с грушами. Еще и рикотту туда добавила. Ой, грибы. Надо сейчас, наверное, прийти повторить. Пудинги просят шоколадные. Ну, в общем, все, народ уже. Хотя у нас жарко. Вот дождь идет, а жара стоит. Жара страшная. Может, сейчас дождем вот это вот все смоет, размоет. Посмотрим. Так, ладненько, мы уже у дороги. Тут уже вы меня плохо слышите. Наверное, плохо видите. А во лбу звезда горит. Эриксон Уарда, arrivato Babbo Natale, tutto azzurro. Azzurro. Так, ребятки, у меня гора рикотты. Мне с ней надо что-то делать. Сейчас мы сделаем самый-самый обычный шоколадный бисквит. Уже это будет не шарлотка, без фрукты, без ничего. И положим туда вкрапление рикотты. Рикотту мы сделаем сладенькую. Сахар. Я добавлю чуть-чуть кукурузного крахмала и добавлю немножко сливок. Было бы идеально добавить сметаны. Сметаны у меня нет, поэтому сливки. И чтобы загустить, добавим чуть-чуть крахмала. Ну, сейчас я вам так, делаю все приблизительно, но сейчас я вам по граммам все равно это расскажу.
рикотту. Хоть чем-то ешь, девать некуда. Коровы нет, рикотты полно. Был бы это наш творог, я бы была больше этому рада. Вот так вот, 200 грамм беру рикотты. Добавлю сюда немножко сливочек. Если открою баночку. Так. Добавляем. Я думаю, граммов 50 мне с головой хватит. 50 граммов. Размешиваем. Смотрю, отлично. Рикотта мягенькая, чтобы она не была сухая. Потому что она у нас не сильно жирная рикотта. Так. Теперь добавлю сюда граммов 20 крахмала. Так, есть 20 граммов крахмала и добавлю сюда граммов, ну пока 50 сахара, сейчас попробую. 50 граммов сахара и чуток ванильки для запаха. Все. Размешиваем и пробуем, что у нас получилось. Главное, чтобы было сладенькое. Ну, а бисквит шоколадный обычный. 4 яйца. Это будет стаканчик сахара. Это будет пару ложек какао. Вот такая у нас получается масса. Нормально. Можно еще граммов 10 сахара. Но это на любителя. Как по мне, уже и так сладко. На 200 грамм, 50 грамм вполне, вполне. Единственное, что чуть-чуть жидковатое получилось. Сейчас-ка я еще 10 граммчиков все-таки крахмала добавлю, чтобы она у нас не поплыла. Все. 10-30 граммов крахмала в итоге. Отставляем рикотту в сторону, делаем самый обычный бисквит, готовим форму и дальше все покажу. Да, яйца с сахаром сбились, добавляем сюда чуток какао, пару ложек буквально. У меня какао не комочка, поэтому смело добавляю, сразу усыпаю. Граммов 10 рыхлителя и 200 граммов, и все это смешиваем. Еще добавила чуть-чуть сливочного масла, ну, буквально граммов 20, чтобы был такой хоть чем-то насыщенный вкус. Все, высыпаю муку. Здесь у меня 200 граммов, возможно, будет чуток маловато. Ну, сейчас посмотрим. Нет, все нормально, муки достаточно. Тесто хорошее. Вынимаем. Так, наше тесто, наша рикотта и наша форма. Ну, что-то получится а-ля зебра. Я хотела, конечно, чтобы это был наш творог более такими комочками, но рикотта, она дело жидкое, поэтому вкраплениями как получится. Вот такая плюшка получилась. Несем в духовочку. Посмотрим, что у нас выскочит. Тофи-тофи-тофи. И кубка не сгорай. Что, попробуем. Еще мокренький. Мокренький, мокренький. Пусть постоит. Должна вам честно сказать, у меня эта форма очень большая для такого торта. Она у меня диаметром где-то в 36. Но мне не высота нужна, а мне нужно. Заказчики не дают договорить. Было бы это дома, ребята, я бы, конечно, сделала форму поуже и сделала бы его повыше. Разрезала бы пополам, намазюкала бы кремом. Но здесь мы его просто посыпем сахарной пудрой, порежем на кусочки, и будет наш шоколадный торт с рикоттой. Вот так вот
Вот такая красота получилась, видите. Там, где рикотта, он будет влажненький, а там, где бисквит, он будет сухой. Ну, думаю, что будет не очень невкусно. Андрюшка сказал, не переворачивать. Эриксончик сказала, переверни. Перевернула. Все-таки тут ровненько у нас. Засыпаем пудрочкой и начинаем резать на части. Вот такой тортик у нас получился. Видите, с такими вкраплениями. Я бы, конечно, предпочла с нашим творогом, но будет вкусно. Я послушала обоих и сделала по-своему. Я часть тортика перевернула, а часть тортика оставила вот так. Так же красиво и так, и так. Главное, что вкусно. Я рикотту попробовала сладенькая, вкусненькая, сочненькая. Все, ребятки, на вид. На вас коту. На меня уже давно на коту. Ой. Ой, капали. Шаяк. А что сделаешь? Ничего, еще пару калюжек. И мы дома. Пару речечек. Пару калюжечек. Клоун Лиля после работы. Боже, тут сплошная лужа. Куда же выступать? Да. Господи. А то что это за обувка? Она ж намокает раз. И ноги мокрые. Да? У нас тут реки, видишь, летит. Это мы еще хорошо попали. Это еще не рука. Рука была днем. Это уже так. Отголосие дождя. Все, ребят, бегу, добираюсь, загребаюсь. Ой-ой-ой. Ой. Ой. Волна. Не измывай меня, пожалуйста.